Куда ни глянь, кругом лошадки по Могилеву стоят. Даже Дед Мороз своих оленей на лихую тройку поменял. Ну, неспроста, конечно. 2014 год, год лошади. Дети асфальта пообщались с главным его символом. Не верите? Смотрите сами. Главному символу нынешнего года особое внимание. Оно и не мудрено. Задобрить синюю лошадку хочется всем. А в центре Олимпийского резерва еще и знают как. Во-первых, каждой лошади нужно уделять минимум 2 часа времени, рассказывает Елена Телепушкина. И каждой нужен особый подход. Конечно, лошади очень хорошо запоминают интонацию голоса своего всадника и понимают, когда всадник ей доволен, когда нет, и, соответственно, также и реагируют на это. Еще один интересный факт. Лошади узнают людей даже по звуку шагов. Директор его, это его любимец, он его подкармливает сахаром. Если он его на манеже заметит, даже издалека, можно бросить повод, он сам к нему побежит. А вот, кстати, и Пассат, самый титулованный здесь спортсмен, работает на камеру всем на зависть. И хоть этот красавец уже в довольно солидном возрасте, почти 17 лет, на него в нынешнем году возлагают большие надежды. В тандеме с Еленой они отправятся во Францию на чемпионат мира по конному спорту, пополнять копилку своих наград. Кстати, год для Пассата уже начался удачно. Фирма Volkswagen выделила спонсорскую помощь на витаминки для именитого коня. Уж очень кличка понравилась концерну. Ну а в том, что и других лошадок здесь чуть ли не на руках носят, можно даже не сомневаться. Тут щеточкой прошлись, там душем обдали. Но самое главное – общий язык с животными. В первую очередь надо приносить какие-нибудь вкусняшки, там сахарок, морковку. Ну, также любить лошадей, они очень чувствуют, когда ты их любишь. Год синей лошади приходит к нам раз в 60 лет. Творческим людям в 2014 году она сулит вдохновение, деловым азарт, трудолюбивым вознаграждение за их труды. А вот спортсмены уверены, этот год обязательно принесет успех им и их питомцам. Чтобы лошади были здоровы. Больше успеха год лошади. Я жду новых достижений, чтобы лошади хорошо слушались и много было побед на соревнованиях. Чтобы на соревнования попасть, там выиграть чего-то, добиться. Большего понимания между всадником и лошадью. Его обычно всегда не хватает. Лошади удивительно дружелюбные и трудолюбивые животные, чего сами красавцы пожелают себе в год синей лошадки. Самое главное, конечно, позитивный настрой. Любите себя и своих близких, окружающий мир. И тогда на самом деле почувствуете себя на коне.